Всем привет! С вами Наталья Роденя и интернет-журнал о недвижимости, о новостройках. Сегодня мы с вами находимся в советском районе города Минска. Это один из самых зеленых районов. Здесь много парков и в шаговой доступности Тинянское водохранилище. Ребята, какой воздух! Просто нет сил! Это мой самый любимый сезон. Это весна. А сегодня мы с вами окажемся аж в четырех сезонах. Да-да, вы не ослышались. Сегодня мы с вами в жилом комплексе 4 сезона от застройщика Тенк Инвест. Что касается инфраструктуры, здесь никаких проблем нет. В этом районе все очень хорошо отлажено. Рядом с домом находятся две школы, одна гимназия, детский сад и сфера услуг, ну абсолютно все. Отделение банков, парикмахерские, аптеки, магазины. В двух минутах от нашего жилого комплекса 4 сезона находится средняя городская школа номер 178. В полутора километрах от нашего жилого комплекса 4 сезона находятся теннисные корты и физкультурно-оздоровительный комплекс. В 3 километрах дворец водного спорта и бассейн, скалодром в 500 метрах, фитнес-центр в 200 метрах. И, кстати, очень важный момент, в скором будущем, ну точнее сейчас уже запроектировано и в скором будущем будет построена третья ветка метро, и будет у нас здесь станция Зеленолужская. В полутора километрах от жилого комплекса 4 сезона находится центральный пляж Тинянского водохранилища. Это замечательное место, где можно провести отдых всей семьей. Особенно это актуально на сегодняшний день, когда нет возможности покинуть территорию нашей республики. Вон и детские площадки, зоны барбекю, есть велодорожка. Ну и, конечно же, оборудованный пляж. Есть и зонтики, и лежаки, и кабинки для переодевания. В проекте 4 16-этажных дома и отдельно стоящий многоуровневый паркинг. Это ультрасовременный паркинг, прототипом внешнего вида для которого послужил Civic Center Park в Санта-Монике. Между прочим, вошедший в топ-10 самых необычных паркингов мира. Также здесь планируется строительство детской многофункциональной площадки из экоматериалов с безопасным покрытием и различными зонами активности. Это горки, батуты, качели, скалодром, ну и, конечно же, малышковая площадка. Метраж квартир от 46 до 80 метров. Стоимость квадратного метра – $1240. Существует рассрочка сроком на 1 год. Также застройщик зафиксировал стоимость в белорусских рублях. Скоро город увидит очень симпатичный жилой комплекс. На первом этаже расположена лаунж-зона. Место для консьержа. Будет сделана дизайнерская парадная. Установлены лифты «Отис», окна «Рихау». Панорамное остекление лоджии. На каждом этаже предусмотрены помещения для хранения сезонного инвентаря и колясок. Есть также такие необычные моменты, которые предусмотрел застройщик для этого жилого комплекса. Это парк электросамокатов для жителей с возможностью зарядки. Ну и, конечно же, это, разумеется, будет бесплатно. Будут ЖК-панели установлены для удобной навигации и размещения информации. Между прочим, мы сейчас с вами попали на стройку. Обратите внимание, идут работы по возведению уже первого этажа. Работы начались только в марте 2020-го. Срок окончания строительства – март 2021-го. То есть вы видите, что все происходит очень динамично. Мы никому не будем мешать, но мы обязательно с вами здесь еще раз появимся для того, чтобы посмотреть, как будет идти ход работы. Только никому об этом не говорите. Компания Тенк Инвест – хорошо знакомый застройщик в пригороде Минска, а точнее в Боровлянах. Он знаменит своим бизнес-центром Тенк, жилым комплексом «Акварель» и жилым комплексом «Александров парк».
на территории которого мы сейчас с вами находимся. Этот жилой комплекс входил в топ-продаж. В состав жилого комплекса входят 3 жилых дома, и они реализовались очень быстро. И, кстати, я вам хочу сказать, что, посмотрев отзывы в интернете, ничего глобального, серьезного, плохого мы и не нашли. Жилой комплекс был сдан в сроки, в том числе никаких прям вопиющих моментов недоработок, недоделок со стороны застройщика не наблюдалось, что еще раз подтверждает качество и своевременность. Глядя на всю эту красоту, на необычные яркие вентилируемые фасады, а также необычные входные группы, заботу о молодых родителях. Между прочим, обратите внимание, вот сейчас выходит девушка с коляской. Это оборудована специальная комната для колясок. То есть застройщик предусматривает буквально тонкости и мелочи, которые улучшат качество вашей жизни. Глядя на все это, не возникает никаких сомнений о том, что Минск получит яркий, стильный, современный, многофункциональный жилой комплекс 4 сезона. Подводя итоги, что можно сказать о жилом комплексе 4 сезона? Это будет современный, стильный, многофункциональный жилой комплекс с дизайнерскими лаунж-зонами, с двором без машин, с уникальной дизайнерской парковкой, а также на первом этаже будет расположен торговый центр с ритейлом Green, кафе, маленькие магазинчики, аптеки. Все будет прямо здесь, не нужно будет никуда ходить. Здесь переходите на наш сайт Prometr.by, смотрите внимательно, изучайте планировки, изучайте цены, выбирайте себе квартиру, а также у вас есть уникальная возможность посмотреть на вид из окна вашей будущей квартиры.